персиками. Оранжевый! Розовый! Желтый! Бежевый! Красный! Изумрудный! Черный! Темно-серый! Синий! Коричневый! Может, сами покрутите, а я посмотрю. Диссертацию? Да, диссертацию защитила. Гений Евгеньевич? Нет, не поздравил. Я же ему 100 раз напоминала. На то он и чудаков, чтобы чудить. Лучше бы к нему сбегали и про Лизоньку сказали. 4, 5, мы не починим все опять. Эй! Ого, лучше не мешать. И как быть? О, смотри, Фрид, это что, интернет-магазин? Ага, профессор, наверное, цветы хотел купить. Ну, отвлекся. Предлагаю закончить за него. Сколько букета! Выберем самый большой. А это что за цифра? А, количество цветов. О, да тут уже все заполнено. Имя, адрес и номер какой-то карты. Так, тыдыщ! Через час приедет. Коричневый, бежевый, красный, серый, синий, голубой, фиолетовый, зеленый. Что сообщили? Ну там Лизонька плакала, а вы заняты были. Мы решили помочь. Что помочь? Помочь потратить мои деньги. Деньги? Какие деньги? А вам цветы в интернете бесплатно дали. А, так вот что это за цифры были. Ну, вы же все равно хотели заказать? Да, хотел и уже это сделал. А вы... Гений Евгеньевич, вы не забыли? Коричневый, бежевый, красный, черный, фиолетовый, темно-серый, синий, зеленый, желтый, голубой. Какая молодец. Спасибо. Ой, ну зачем было так тратиться? Для вас ничего не жалко, Лиза. Да, и уход за цветами я беру на себя. Поливать, удобрять. Каждый день. Но не забудьте, поливать лучше справа налево. Раскраска. Фиксиками. Зеленый, голубой, розовый, фиолетовый, бежевый, темно-серый, красный, черный, желтый, синий, коричневый. Придумала. Смеетесь? Я против маскарада. Жалко устроить детям праздник? Ясно. Но... Сани хотя бы сделайте. С остальным я разберусь. Ой, кажется, все. Ого, это же санки Деда Мороза!
А где он? А я никого не видел. Мне пора. Голубой, синий, фиолетовый, коричневый. Разочек скачусь, никто не узнает. Что такое? Я не хотел! Оно случайно! Починить поможешь? Ага! Голубой! Синий! Красный! Где мои сани? Еще дед? Я Дед Мороз. Это я, Дед Мороз. А вы самозванец. У вас борода отклеилась. Пойдем, прокачу. Нет, я прокачу. Санки мои. Ах так. Сразу два Деда Мороза. Класс! Вот где это повезло! Действительно, два лучше одного. Пожалуй, соглашусь. Ого! Слет Дедов Морозов? Прикол! Ага, только один из них не дед, а Дедус Мороз. Кто первый за подарочком? Фиксиками. Голубой, синий, серый, темно-серый, черный, бежевый, коричневый. Теперь ты, Вода. Ой! Ну-ка, не двигайся. Какой ты липучий! Симка, мы же меня тут не бросим? Не бросим. Но боюсь, Нолик, ты влип надолго. Дим-Димыч, помоги! Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает. Ой, это же моя жевательная резинка. Вот спасибо, Дим-Димыч. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю, ее надо заморозить. Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Не хочу в морозилку! Не волнуйся, Нолик, я буду с тобой. Держитесь, это ненадолго. Сиреневый, розовый, красный, серый, темно-серый, бежевый, коричневый. Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Так, признавайся, что случилось. Ура!
Красный. Сиреневый. Серый. Фиолетовый. Темно-синий. Зеленый. Коричневый. Темно-серый. Нолик, ты жив? Да чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашел холодную трубку и полз по ней, пока она не стала горячей. От тебя дым идет. Тебя нужно срочно охладить. Что? Где? Розовый, оранжевый, красный, желтый, голубой, синий, бежевый, изумрудный, фиолетовый, коричневый, серый. Может, это у него такое домашнее задание? Ага, по физкультуре. Доброе утро. Доброе. Привет. А это что? Это мне вчера купили. Правда классная куртка. И ты что, всю ночь в ней спал? Ага, вчера померил. Даже снимать не захотелось, так и уснул. Да, с тобой не соскучишься. Ой, кажется, молнию заело. Ну и что? Можно куртку не снимать. Тебе все равно в школу идти. А в школе что, прямо так сидеть? Как же я молнию испортил? Спокойно, пока еще не испортил. Красный, коричневый, синий, коричневый, желтый, изумрудный, розовый, оранжевый, голубой, серый. Вот не разъединяется. И что делать? А что по утрам делают? Зарядку. Ты делай, а я пока подумаю. А мне что делать? И ты делай зарядку. Скоро. Пойди пока умойся. А можно и мне подумать? А толку? Иди лучше тоже умойся. Бежевый, красный, синий, голубой, серый, коричневый, зеленый, бордовый, темно-серый, розовый. Не могу. Ладно, сиди смирно, а я посмотрю, что там сломалось. Раскраска. С фиксиками. Синий, бежевый, голубой, коричневый, красный, серый.
Темно-синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый. Дим-Димыч, разворачивай уже! Давай утром. Так хочется игрушку посмотреть. Терпи, Нолик. Все, я спать. И без меня не трогай. Ты тоже без меня не открывай. Договорились. Спокойной ночи. Ага. А что это ты тут делаешь? Я? А я тут... А, это же шоколадный шар с игрушкой. Как интересно. Мне тоже. Развернем и посмотрим. Нельзя. У нас с Дим-Димычем уговор. А мы тихонько. Он не заметит. Зеленый, голубой, фиолетовый, желтый, бежевый, оливковый, коричневый, красный. Как теперь все склеить? Может, скотчем? Ты что? Мы нагреем шоколад, чтобы он стал мягким, а потом слепим новый шар, а чтобы он затвердел, охладим. Вкусно. Тебе что, не интересно, что внутри? Мы не скажем. Ладно, посмотрим и сразу закроем. И это все? Дрищ! Нолик? Ух ты! Как ты тут оказался? Сюрприз! Ты был в контейнере, а контейнер в шоколадном шаре, а шар... Да. Этого не может быть! А, это вы ему помогли! Немножко. Постой, Нолик! Ты же обещал без меня шоколадный шар не трогать! Ты тоже обещал без меня его не открывать! Раскраса! С фиксиками! Почти закончили. Скоро уже придет Дед Мороз. Он скажет: раз, два, три, елочка, гори! И будет раздавать подарки. Прямо настоящий Дед Мороз? А как же? Разве Деды Морозы бывают? Сама увидишь. Он ко мне каждый год приходит. Ну все, репетируем. Дед Мороз уже на подходе. Елка готова? Нет, не совсем. Ой-ой-ой-ой, что же делать? Я сейчас! Дим-Димыч, а может, Дед Мороз тебе и так подарки подарит? Без огоньков на елке? Нет-нет, без огоньков неправильно.
так будет не волшебно. Папа, Мася, к Дим Димычу сейчас Дед Мороз придет, а на елке гирлянда перегорела. А? Перегорела, говоришь? Только нужна исправная лампочка. Я найду! Я знаю где! Дим Димыч! Задержи Деда Мороза! Пока мы будем искать и менять сгоревшую лампочку! Хорошо! Дим Димыч! Дед Мороз уже здесь! О-хо-хо! Мама! Еще чуть-чуть! Так, ищем сгоревшую. Проверь эту. Это работает. Может, это сгорело? Нет. А это? Исправная. Дед Мороз уже упарился. Сейчас. Симка, ну что? Все лампочки проверили, но сгоревшей не нашли. Значит, будет не волшебно. Все, мам, заходите. О-о-о! Здравствуй, Дим Димыч. Синий, бежевый, коричневый, красный, розовый, зеленый, голубой, желтый. Поздравляю тебя с Новым годом! А что же у тебя, елочка не горит? Давай-ка вместе скажем раз, два, три! Ой! Папус, тут еще одна лампочка! Вот она, сгоревшая! Раз, два, три! Елочка горит! Нам нужна исправная лампочка. Где же Мася? Ёлочка, гори! Ох, еле нашла! Да вы уже все починили! А где вы нашли исправную лампочку? У нас папус пока вместо нее. Тыдыщ! Раскраска! С фиксиками! Красный, голубой, синий, фиолетовый, изумрудный, серый. Порядок. Проверяй работу. Не скрипит. То-то. Спасибо. Я пошел. Куда? С горки кататься. Возьми меня с собой. Не, Нолик, у тебя же нет ни санок, ни даже ледянки. Симка, а может мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично по снегу скользит. А, ну ладно. Подожди меня, Нолик, я тебе приготовлю сюрприз. Ух ты, скользко как на льду. Оранжевый, бежевый, желтый, коричневый, фиолетовый, синий, темно-синий, голубой. Что тут у вас за шум? Дедусь, не ходи сюда! Тут скользко! А? Что вы говорите? Осторожно! Что это было? Это я масло разлил. Зачем? Чтобы уменьшить трение.
Приплыли. Не двигайтесь! Я вас сейчас оттуда вытащу. И чем тебе трение мешало? Через 5 минут, чтобы все было чисто. Оранжевый, бежевый, розовый, фиолетовый, красный, желтый, серый, зеленый, синий. Что это? Я для тебя ледянку сделала. Ой, спасибо! Только зачем мне ледянка без снега? Лоли, смотри, что я тебе принес! Что? Снег! Настоящий снег? Да, теперь у тебя будет своя горка. Вот это да! Вот это сюрприз! И никакой смазки не надо! Фиксиками. Синий, голубой, желтый, зеленый, красный. А где он? Вот он. Ой-ой-ой! Ладно, не грусти. Придумал! Дим Димыч, посмотри в калейдоскоп! Чего я там не видел? Посмотри! Такое ты точно не видел! Ой! Ну как? Что это? Мое изобретение! Пиратский калейдоскоп! Классно? Ага! А как ты это сделал? Дим Димыч, привет! Говорят, у тебя есть новый красивый шарик. Шш. Покажешь? Смотри. Куда? На пол. Ой, да, печально. Ну, Симка, я его только развеселил. Чем? Калейдоскопом. Помнишь, как деду сучил? Оранжевый, бежевый, розовый, желтый, красный, синий, голубой, зеленый. Осколки твоего шарика. Как он даже красивее, скажи. Угу. Не помогло. С праздником! Мы пришли на новый красивый шарик посмотреть. А что такое? Ой, и не спрашивай. Придумала! Дим Димыч! Что? Посмотри в калейдоскоп! Опять? Не хочу! А я говорю, посмотри! Ух ты! С новым годом! Спасибо! Ты больше не грустишь? Нет! Как красиво! Такого еще никто не видел! Ты первый! Крути! Поехали! Бежевый, коричневый, изумрудный, зеленый, желтый, оранжевый, красный, розовый, темно-синий, синий. Здравствуйте, Дим Димыч, я пришел посмотреть на твой красивый шар. Да ладно вам, это лучше, чем шарик. С Новым годом, фиксики! Раскраска с фиксиками.
оранжевый, бежевый, коричневый, желтый, красный, коричневый, голубой, серый. Перерыв. Как нечестно! Их шестеро, а нас только двое! Можете хоть весь ваш класс позвать, и я все равно выиграю! Ты уверен? Ну, Дим Димыч, сам напросился! Бежевый! Синий! Коричневый! Красный! Изумрудный, серый, фиолетовый, розовый, зеленый, оранжевый. Сами сдавайтесь. Не спи! Будете на меня кричать, вообще играть не стану. Ну и команда у вас. Уверенности? Расчета? Красоты? Скорости? Нам не хватает команды! Симка права! Нужно помогать друг другу! Тогда вот что! Оранжевый! Бежевый! Розовый! Коричневый! Красный! Желтый, бордовый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый. Синий, голубой, бежевый, серый, желтый, коричневый. Слышите? Что? Вот опять! Это за окном! Красивая. Ага, только грустная. Сейчас я ее распишу. По-моему, ей не смешно. Ой, замерзла, наверное. Да она есть хочет.
А может, сделаем для нее кормушку? Ты знаешь, как она делается? Нет, но мы с тобой знаем, кто знает все. Синий, коричневый, изумрудный, бежевый, оранжевый, желтый, розовый, зеленый, голубой, бордовый, фиолетовый, серый. Гриша, я птичке немножко отсыплю. Тебе же не жалко? Жалко! 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 Разве Гриша жадина? Гриша жадина! Надо уметь делиться. Гриша жадина! От тебя не убудет. Убудет! 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 Ого! Их теперь две! Гришу жалко! Давай его сюда принесем! Гриша, устроим птичий ресторан! Ты зачем птичек прогнал? Мы кормушку для них делали! Синий! Голубой! Бежевый! Коричневый! Изумрудный! Красный! Оранжевый, розовый, фиолетовый. Тут голубь наших обижает. А ну, кыш, кыш. Теперь его не прогонишь. Это мы еще посмотрим. Ага. Так тебе и надо. Маленьких обижать нехорошо. А больших обижать хорошо, по-твоему? Голубь же тоже есть хочет. Хочет, хочет. И что? Что? Раскраска. С фиксиками. Синий. Голубой. Оранжевый. Желтый. Бежевый. Розовый. Красный, оливковый, коричневый, зеленый, изумрудный. Вадим Ильич, заболел? Ну, можно и так сказать. У меня сегодня контрольная по математике. А ты не готов и не хочешь идти в школу? Ну, да. Симулируем, значит, маму обманываем. Я не обманываю. Так, притворяюсь немножко. Ну ничего, термометр не обманешь. Симка, а что такое ртутный термометр? Синий, зеленый, изумрудный, серый, голубой, желтый, бежевый, коричневый. Готово, ртуть собрали. Теперь нужно будет ее обезвредить. Синий, бежевый, коричневый, голубой, красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый, розовый. Почему? Папа сказал, это не наше дело. И пусть человеческий мальчик
по поводу осколков сам со своей мамой разбирается. А вот и я. Что с тобой? Мама, я разбил термометр. Разбил? Ты не порезался? Нет. А ртуть не трогал? Нет. А где ты его разбил? В ванной. А что ты там делал? Я хотел тебя обмануть, чтобы не идти в школу. Но я так больше не буду. Раскраска. Фиксиками. Голубой. Розовый. Оранжевый. Желтый. Синий. Фиолетовый. Серый. Был бы у меня талисман, который защищает от двоек. Уроки надо учить, а не верить в чудеса. Зимка, погоди. У меня как раз и есть такой талисман. Это же ластик. Непростой. Я с ним пятерку получил. Тим Димыч, дай мне его на денечек. Ну, не знаю. Ладно, только аккуратно. Эх, тяжелый. Наверное, в нем удачи много. Голубой! Синий! Розовый! Фиолетовый! Бежевый! Коричневый! Серый! Толик, да что с тобой сегодня? Третий раз спрашиваю, что не пропускает электричество? Сейчас! Ждет, когда ему талисман подскажет. А, вот оно что. И как? Никак, всем помог, а мне? Он тебе как раз подсказывает. Из чего он сделал? Из ластика. А ластик из чего? У нас урок не резиновый. Резина? Коричневый. Оранжевый. Бежевый. Серый. Темно-синий. Зеленый. Голубой, сиреневый, фиолетовый. Ну, конечно, докажешь. Работает! То есть не работает! Молодец, Нолик. Ну как, помог талисман? Помог. Да ладно, я же пошутил. Это простой ластик. Не простой, я с ним пятерку получил. Но лучше я сам буду уроки учить. Точно, а то может у Дим Димыча еще какой-нибудь талисман завалялся. Раскраска. Фиксиками. Розовый. Изумрудный. Коричневый. Серый. Черный. Бежевый. Голубой. Вперед! Фрид, и давно ты разговариваешь с фиксибордом? Зря смеешься. Вот сейчас автопилот настроил, и он меня будет сам возить. Я ему говорю, а он едет.
Автопилоту не нужно говорить, куда ехать. Розовый. Изумрудный. Зеленый. Желтый. Голубой. Синий. Серый. Фиолетовый. Оранжевый. Бежевый. Сам попробуй. Надо что-то поменьше. Видал? Как влитой, ты точно утонешь. Не-не-не, тяни, там полно места. Дальше не пролезает. Ха-ха, победа! Не считается. Ты тоже перемеривай. Ладно дурака валять, все равно проиграл. Правда, не снимается. Помогай! А если открутить? Умно. Еще идеи есть? Пилой разрезать. Это все, что придумала твоя большая голова? Бежим за помощью к базе! Здорово. Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи, думай сам. Отлично. Я по памяти доберусь. Она тоже как автопилот работает. Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает. Тогда ты будешь моим автопилотом. Вперед! Фиолетовый. Голубой. Изумрудный. Серый. Оранжевый. Коричневый. Дик, зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее. Я выиграл. Засунуть голову туда? Умно, очень умно. Так. Вот и я тоже не понимаю, как тебе это удалось? Раскраска. Фиксиками. Завтра покажете? Да без проблем! А пока извольте идти в класс. Интересно. Но я тебе вчера выходной дал, чтобы отдыхать, а не работать. Кстати, а где близнецы со своим изобретением? Я тут! Один. А Гик скоро придет. Но не будем ждать. Наш вечный двигатель представлю я. Перпетум мобиле. Чего? Показывай, показывай. Готовы? Та-дам! Ну, я домой. Да? Но вечных двигателей не существует. Темно-синий. Синий. Фиолетовый. Розовый.
восстанавливается. А, показалось! Все, проверка окончена. Это странно, но вы правда изобрели вечный двигатель. Ух, дошло наконец. Давай, топай к профессору. А я домой. Что так долго? Я чуть не умер. Сам покрути. Расслабься, выходной наш. Гик, а ты долго продержался? Синий. Фиолетовый. Розовый. Голубой. Оливковый. Бордовый. Сиреневый. Вот как это работает. Умно. Все-таки придется вам дать выходной. Мне уже больничный нужен. А эликсир вечной молодости вы тоже можете сделать. Два выходных, и он у вас в кармане. Раскраска. С фиксиками. Розовый. Оранжевый. Красный. Желтый. Голубой. Синий, бежевый, изумрудный, фиолетовый, коричневый, серый. Может, это у него такое домашнее задание? Ага, по физкультуре. Доброе утро! Доброе! Привет! А это что? Это мне вчера купили. Правда классная куртка. И ты что, всю ночь в ней спал? Ага, вчера померил, даже снимать не захотелось, так и усну. Да, с тобой не соскучишься. Ой, кажется, молнию заело. Ну и что? Можешь куртку не снимать. Тебе все равно в школу идти. А в школе что, прямо так сидеть? Как же я молнию испортил? Спокойно, пока еще не испортил. Бежевый. Красный. Коричневый. Синий. Коричневый. Желтый. Изумрудный. Розовый. Оранжевый. Голубой. Серый. А у меня вот не разъединяется. И что делать? А что по утрам делают? Зарядку. Ты делай, а я пока подумаю. А мне что делать? И ты делай зарядку. Симка, ты скоро придумаешь? Я уже вспотел. Скоро, скоро. Пойди пока умойся. А можно и мне подумать? А толку? Иди лучше тоже умойся. Бежевый, красный, синий, голубой, серый, коричневый, зеленый, бордовый, темно-серый, розовый. Ты как, Сергеевич? Лампу не удумала. Что? Она уже удумала. А, понял. Нет, она еще не придумала. Жарко. А ты представь, что ты полярник. Они все делают в куртках. А я буду пингвинчиком.
могу. Ладно, сиди смирно, а я посмотрю, что там сломалось. Раскраска. С фиксиками. Синий. Голубой. Оранжевый. Желтый. Бежевый. Розовый. Красный. Оливковый. Коричневый. Зеленый. Изумрудный. Вадим Юрьевич, заболел? Ну, можно и так сказать. У меня сегодня контрольная по математике. А ты не готов и не хочешь идти в школу? Ну, да. Симулируем, значит, маму обманываем. Я не обманываю. Так, притворяюсь немножко. Ну, ничего. Термометр не обманешь. Симка, а что такое ртутный термометр? Синий. Зеленый. Изумрудный. Серый. Голубой. Желтый. Бежевый. Коричневый. Термометр. Разбил? Ты не порезался? Нет. А ртуть не трогал? Нет. А где ты его разбил? В ванной. А что ты там делал? Я хотел тебя обмануть, чтобы не идти в школу. Но я так больше не буду. Фиксиками. Красный, бордовый, розовый, желтый, бежевый, оранжевый, синий, фиолетовый, коричневый, зеленый. Серый, темно-серый, голубой. Фонтик, а зачем он тебе? Так сегодня дождь будет. Ха, с чего ты взяла? Слышала. Ты уже уходишь? Да, надо еще успеть машину помыть. А, тогда я возьму зонт. Примета такая. Помыл машину. Жди дождя. Да, мама Дим Димыча, просто пошутила. С приметами не шутят. Дождь точно будет. Но это не беда, если есть зонтик. Зеленый. Оранжевый. Бежевый. Желтый. Темно-серый. Красный. Коричневый. Темно-синий. Черный. Синий.
сейчас. Я помогу! Спасибо. Ну, а вот и нет приметы. А дождь все равно будет. Видите, цветочки поникли. Разве это не примета? Цветы поникли, потому что Лизонька в отпуске. А вы, коллега, их не поливаете. Ой, да-да-да-да-да-да. Закончим ремонт и полью, обещаю. А вот и причина поломки. Надо заменить эту деталь. Помогите-ка. Я на склад за новой. Оранжевый, бежевый, фиолетовый, коричневый, серый, темно-серый, темно-синий. Пуля, подай-ка кувалду. Любимый сончик, в конце концов. Видишь, на небе не облачко. Так это потому что утро. А есть еще и такая примета. Если утро не облачко, то к обеду обязательно. Хватит, мы в помещении. Здесь не может быть дождя. Коричневый, оранжевый, бежевый, розовый, желтый, красный, зеленый, серый, черный. Симка, будем Димыча. Пружине. Зеленый, синий, изумрудный, серый, голубой. Как это? Люди эту пружину закручивают, а потом она медленно раскручивается и вращает шестеренки и стрелки. Сломался. Бежим умываться. Тим Димыч, ты что, только встал? А, у меня будильник сломался. Все ясно. Перо в шестеренки попало. Нолик, помогай. Папу, что это? Похоже на землетрясение. И правда сломался. Давно пора это старье выбросить. Голубой, коричневый, бежевый, красный, оранжевый, синий, темно-синий, изумрудный. Выключил звонок. Ой, и землетрясение опять началось.
И откуда оно там взялось? Ой, это, наверное, из-за того, что я будильник под подушку сую, чтоб спать не мешал. Так, значит, из-за того, что кое-кто не любит вставать по утрам, мы чуть на свалку не попали. Кстати, если этот кое-кто не поторопится, он в школу опоздает. Ой, правда. Раскраска с фиксиками. Синий, бежевый, коричневый, черный, розовый, желтый, серый, зеленый, сиреневый, оранжевый, голубой. У тебя концерт в школе через полчаса. Я не буду снова гладить твой костюм. Ладно, мам. Давай еще разок, а? Простите, ребята. Мама запретила мне пинать мяч. Но не запретила катать его! Она же меня предупреждала! Есть идея! Хоп! Ты хочешь скрепить шов степлером? Классно придумал! Надо попробовать! Ну-ну! Сейчас! Стой! Что такое? Нос чешется! Все, теперь можно! Получается! Супер! Да, степлер – это вещь! Как интересно он работает! Давай-давай, не отвлекайся! Оранжевый! Розовый! Бежевый! Красный! Голубой! Синий! Серый! Только не иголкой, а степлером. Так оно и быстрее. Заело. Может, в нем скрепки кончились? Скрепки еще есть. Только одна из них в щели застряла. Дим Димыч, у тебя 5 минут. Хорошо, мам! Ну что, получается? Нет. Ой, давайте папуса позовем. Он сильный, у него помогатор. Сами справимся. Дим Димыч, найди, чем можно вытолкнуть скрепку. Раскраска с фиксиками. Синий, голубой, серый, зеленый. Дим Димыча жду. Он же только утром уехал с родителями. Ты что, всю неделю тут будешь лежать? Лучше давай гостей встречать. Гостей? Я весь класс позвала. Весь? Весь класс! Они там спят, что ли? В гости позвали, а сами не пускают. Симкины штучки. Фаер, попробуй еще раз.
Сейчас позвонят в дверь. Зачем? Они что, не могут через замочную скважину пролезть? Нолик, но они же не просто так, а в гости. Гости всегда звонят, а хозяева их впускают. Оп! Не звонит. Звонок сломался. Сейчас починим. Сначала надо выяснить, что именно сломалось. Сначала починим, а потом выясним. Фиолетовый, сиреневый, розовый, зеленый, бежевый, оранжевый, желтый, красный, бордовый, серый. Подумать, да. Симка! Что-то твои гости опаздывают. Симка! Шпуля, ты? У вас звонок не работает. Правда? Утром еще работал. Нолик, за мной. Сначала проверим контакты. Давай провода напрямую соединим. А это не опасно? Сейчас проверим. Ну вот, а ты боялась. Зеленый, бежевый, оранжевый, желтый, коричневый, серый, сиреневый, фиолетовый, розовый. О, включили. Хватит звонить. Прекратите хулиганить. Мы не хулиганим. Это не мы. А кто звонит? Не знаю. Я знаю. Звонок сам звонит, потому что Файер соединил в нем провода напрямую. Ну, это мы мигом исправим. Шумные у тебя гости! Да, хорошо еще людей дома нет! Привет! Привет, привет! Заходите через замочную скважину! Ну что, пошли! Куда? В гости! Нет, так просто нельзя! Почему? Сначала нужно позвонить! Придержите-ка меня! Оп! Раскраска! С фиксиками! Синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый. Я же говорил, если глобус быстро крутится, на нем не удержаться. А я удержусь. Дай-ка мне вот ту нитку. Оранжевый, бежевый, розовый,
синий, голубой, зеленый, коричневый. А почему тогда бывает то день, то ночь, по-твоему? Ну, потому что солнце то вверх, то вниз. Смотри, вот солнце, а вы на земле. Нолик, у тебя светло? Темно! Значит, у тебя ночь. А у меня день. Так, вертим землю. Ура! У меня день наступил! А у меня ночь. О, опять светлело! А у меня снова день. Ладно, убедили! Теперь верю, что земля вертится. Синий, голубой, желтый, бежевый, оранжевый. Крути, говорю! Можешь его даже наклонить. Вот! А ты говорил, что нельзя на глобусе удержаться. Странно. Дим-Димыч, посмотри-ка! Понятно, он себя на жвачку приклеил. Ну что, Дим-Димыч, пойдем. Ага. А я? Не бросайте меня! Помогите! Помогите! Поможем! А у жвачки притяжение даже сильнее, чем у земли! Раскраска! С фиксиками! Синий! Бежевый! Коричневый! Изумрудный! Красный! Оранжевый! Желтый! Бордовый, фиолетовый, серый, голубой. О, а это что? Песенка про винтик. Ерунда какая-то. Про винтик? Это не ерунда. Это почти что про меня. А давайте послушаем. Заодно и потанцуем. Как же ее слушать? Так, что ли? Может, ее надо засунуть в плеер? Не влезет. Тут написано «граммофонная пластинка». Значит, нужен граммофонный плеер. Чего? А пойдемте к дедусу. Дедус, мы хотим послушать песенку про винтик. Нам нужен плеер для граммофонной пластинки. А, понятно. Вам нужен граммофон. Зеленый, синий, голубой, оранжевый, бежевый, розовый, желтый, красный, коричневый, фиолетовый, серый. Между прочим, старый граммофон есть у папы, Дим Димыч, в кабинете. Точно, побежали. Спасибо. А где тут кнопка? Да не кнопка, тут ручку нужно покрутить. Теперь ставь вот эту штуковину на пластинку. Не играет. А иголки тут нет. И где мы ее возьмем? Сделаем. У тебя гвоздик найдется? Такой? В самый раз. Верта, поможешь? Конечно. Оранжевый, бежевый, розовый,
Фиолетовый. Желтый. Серый. Красный. Зеленый. Голубой. Синий. Коричневый. Мерещок давно сломалась, без него, без винтика. Бульдозер был что надо, но вдруг в нем что-то грез. И вся эта громада упала носом в грязь. Тут у тебя граммофон играет. Граммофон? Он же сломан. Мы его, то есть я его починил. Правда? Какая же ты у меня умница. Другие дети все ломают, а ты чинишь. Раскраска. Фиксиками. Голубой. Синий. Красный. Розовый. Фиолетовый. Желтый. Зеленый. Коричневый. Опять тащит. Это для Зерпрюса. Каталон взял. Ну, фиксики, держитесь. Каталон? А это что? Ничего хорошего. Эти новенькие мне сразу не понравились. Я один не понимаю, что тут происходит. Там злодейское логово близнецов. Надо их остановить, иначе нам всем крышка. Как? Не знаю. Есть идеи? Надо подумать. Тут не думать, а действовать надо. Я на разведку. А я? А ты, Нолик, наблюдай и докладывай обстановку. Зерпрюс, каталон. Зерпрюс. Похоже на шифр. Желтый. Красный. Розовый. Изумрудный. Темно-серый. Коричневый. Синий, я красный. Что там происходит? Красный, это Нолик, то есть синий. Близнецы улетели в сторону склада. Прячься! Да это от него надо спасать. Чего? Они придут, а мы как? Включим и все, всем Зерпрюс. Ну уж нет, этого я не допущу. Фаер, стой! Фиолетовый. Синий. Темно-синий. Розовый. Бордовый. Зеленый. Серый. Коричневый. Произнеси его наоборот. Молоток? Молоток? Это что, тоже шифр? А ты дышь как будет? Щидыт, что ли? Щидыт! Щидыт! Раскраска! Фиксиками!
Зеленый. Оранжевый. Коричневый. Сиреневый. Темно-синий. Серый. Ага, вот ты где! Шпуля, я же попросила. Эй, что с тобой? Просто нет настроения. Давай с нами в прятки, и оно поднимется. Не выйдет, его весь день не будет. Так написано в гороскопе. А? Ерунда, фиксики в гороскопы не верят. Голубой. Синий. Фиолетовый. Серый. Зеленый. Эй, вы чего? Оля, ты куда? Я тебя сейчас развеселю. Ты что-то путаешь. Это желе. Да какая разница? Я же говорила, все против меня. Ой! Что это? Ого! Я как птица! А как же твое плохое настроение по гороскопу? А? А его больше нет? То-то. Между прочим, Игрик этот батут для тебя собрал. Игрик, ты прелесть. Кстати, в гороскопе сегодня как раз было написано... Шпуля, ты опять за свое?